такое ощущение, как будто город сошел с ума. Потому что приезжает с других мест, пытается что-то делать. Одна надежда только на сознание людей. Я знаю, большинство людей я вижу, но приезжает все. И такое, знаете, даже такие сигналы идут, говорят, давайте возьмем, там не успели сделать. Какая-то вахханалия происходит. То, что мы сейчас пытались, много групп, арестовали много людей, пытаемся еще что-то сделать. Но пока просто не хватает людей, физически не хватает людей.